Накануне Всемирного дня бабушек и дедушек хотелось бы вспомнить о семейных традициях, которые передаются от одного поколения к другому. Это то, что объединяет всех членов семьи. Традиции сближают семью, делают из нее настоящую крепость, в которой каждый чувствует себя уверенно и защищенно. В моей семье также есть традиции. Для меня общение с близкими — это самые светлые минуты моей жизни. Благодаря традициям, существующим в моей семье, мы учимся любить, уважать, доверять, ценить каждую минуту, проведенную вместе, помогать друг другу. А это самое главное. Дорогие мои бабушка и дедушка, я поздравляю вас с вашим днем и искренне желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. Желаю вам, чтобы каждый ваш день был наполнен яркими красками, радостью и любовью. Берегите и цените себя. Люблю вас. Бабуль, поздравляю тебя с твоим личным праздником. Желаю исполнения всех твоих хочу. От себя добавлю немножечко здоровья и счастья, чтобы ты продолжала радовать нас еще долгие годы. Береги себя и оставайся дома. Дорогие наши бабушки и дедушки, хочется поздравить вас с вашим праздником и пожелать теплоты, внимания и ласки со стороны близких, здоровья, а также долголетия. Уважаемые бабушки и дедушки, поздравляем вас с этим прекрасным днем, желаем всего самого лучшего, чтобы вы жили долго и счастливо, и чтобы внуки вас радовали. Совсем недавно в нашей стране стали праздновать замечательный праздник – День бабушек и дедушек. Спасибо вам, дорогие бабушки и дедушки, за то, что на своем опыте вы учите нас правильным решениям, верному выбору приоритетов жизни, достойному поведению, отзывчивости и человечности, за то, что вы всегда рядом, даете мудрые советы и делитесь своим жизненным опытом. Лидия Ивановна Лазор, в гостях у предков. Я в гости в глубину веков пришла и вижу жизнь иную. Отчизны вижу я сынов и вижу в них черту родную. Их взоры злобой не горят, уют, добро во всем витает, и нам помочь они хотят, но наша черствость их пугает. Они зарей на нас глядят, дождинкой, трепетной травою, и потому лишь в нас молчат, что убиваем их собою.